Иногда и мне везет. Короче, не мучайся. Это все точно не то. А ты откуда знаешь? Потому что Кири хоть и болван, но в гитарах он понимает. А это все полнейшие дрова. Так, так, так. Херовая там была акустика. Свет, кстати, тоже говно. А про жратву и говорить нечего. Но вот зато тёлочки огонь. Прям первый класс. Надо бы осмотреться. Странно, а вот этого я не помню. Все водка твоя проклятая, всю память пропил. Так, давай-ка без грязи. К водке я никогда не притрагивался. Вот бурбон, виски, текила – это моя тема. Ну, кто бы сомневался. Ну, надо признать, что мужик рубит фишку и в музыке, и в бухле. Я только одного не пойму. Че он нашел в Евродине?
Да, как сейчас помню. Очередь была как отсюда до Плимута, если не больше. А после концерта мы гудели еще двое суток. И очнулись в отрезвителе. Охуенная была тусовка. Керри так нажрался, что блеванул Нэнси в гитарный кейс. Я бы на это посмотрел. О, интересно. Бля, вот Керри постарел, а? Это какого года фотка? Да свежая вроде. Смотри вон, дата. И гитара, за которой мы пришли. Эй, смотри, комната с цифровым кодом. Точно, Ви, помнишь дату на фотке с гитарой? Да ладно, думаешь, Слейтон такой дурак? Так он же фанат Евродина. Значит, круглый идиот.
Извините, это какая улица? Что мне сказать? Ты хороший наемник, Ви. Гитара теперь в нужных руках и в безопасном месте. Закрываю этот заказ и перевожу тебе награду за труды. Обещал все закончить. Да, сэр, обещал. Но у меня маляр попал в аварию. А как тут без маляра-то управишься? Ты уж придумай что-нибудь. А то как бы сам такой аварий... На нас напал!
тут без маляра ты управишься. Ты уж придумай что-нибудь. А то как бы сам в такую аварию не попал. Прятаться не в твоих интересах. Вылезай давай. А? Берегите импланты! Быстро, быстро! Не отступать! Несем большие потери! Вылезай отвечаю за эти слова. Эй, успокойся, давай поговорим. Ну давай, удиви меня. Как будешь выкручиваться? Скажешь, что не заметила девчонку?
Стой, стой, ты о чем? Какая еще девчонка? Которую ты по капоту лимузина размазала. А, это! Фух, я уж решила тебя конфликтовать. Настоящий взрыв вкуса! Опять устал. Попробуйте все 16 новых вкусов пролети кожи. Не мути воду. Разжигай. Нет, ты без вас. Настоящего мяса с кровью. Ойня, пробуди свои инстинкты. Ее первый роман под названием «Реквием по самураю» был издан одновременно на 70 языках. И сошел на него дух Господень, и пошел он в Аскалон и убил там 30 человек. Плюс Такер Альбах. Молодец, Ви. Крови было многовато, конечно, но работа сделана. Кочевники пытались вести дела в моем районе, а Валентино решили им объяснить, кто тут на самом деле главный. Кочевники пришли ко мне. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Ты поможешь им свести счеты, дитя мое? Я переслал подробности. Beyond official police jurisdiction to wear a bulletproof vest.
Новичок месяца не продержится. Готов с ним нянчиться? Не, я просто посижу, полюбуюсь. Ну что? Где же прячется наша маленькая напуганная сучка? Кефейсу! Давай уже! Чего зря тянуть, а? А, каброн, но мне надо... Он облажался. Тебе надо его убрать. А, мерда. Он же мой чумба. Вот именно. Пап, вот это все. М? То есть мне надо самому? Нет, нет, я лучше сам. Без тебя. Просто... Хорошо. В конце концов, это твой чумба. Даю время до завтра. Сегодня закончишь или как? Надеюсь. Окей. Тогда сегодня вечером едем еще за одной тачкой. Куда? За город. Ага, ладно. Береги себя.
Я смотрю, кто-то дорывается. Пора бить ебало! Хорошая работа, Ви. Я знал, что ты меня не подведешь. Кочевники благодарят тебя за помощь. Заказ выполнен.
выкрасть кое-какие документы. Это срочно. Посмотри подробности в письме. Ты куда это? У нас вход платный. Какого отдыха? Я вообще-то пришел вам аппаратуру чинить. Сабвуферы у вас барахлят. Тебя нет в списке. Не, ну если хочешь, можешь позвонить начальнику и уточнить. Но счетчик я уже включаю, так что время – деньги. Ладно, хрен с тобой. Заходи. Ну, тио Карлос хочет увидеть тебя голенькую. На сидящей работе только геморрой отращивать. O igual le atraen los chicos blancos. Этот Валентин. Ты его знаешь? Слышь, хозяин. Повторим. Скажи ему, чтобы отъебался. Мерзкий хер. Я помню. Такую жопу Чумба раз увидишь, не забудешь. Меня зовут Джефферсон Перарис. Я отвечаю за эти слова.
любви! Если дырку ищешь, так носу себе поковыряй. Да уж. Сеньор Ладрильо. Да. Угу. Да, все так. ¿Qué tienes? Te la voy. Боже, дай мне терпение найти этого бастарда! Господь, направь мой взор! С
hay que saber decir hasta aquí.
Прикройте меня! Нужна помощь! Я получил файлы из Дики Твистер. Возрадуемся же вместе, ибо заказ выполнен, а тебя ждет заслуженное вознаграждение. Аминь. Ой, да что с тобой спорить? Мне надо, чтобы ты забрал кое-что очень редкое. Скандиевые стержни. Они попали к наркоману, который не знает их настоящей цены. Я не переживу, если с ними что-то случится. Прочти мое письмо и вперед. Не советую тебе туда соваться. Кал это...
Патруль поехал немного. Смотри на меня так! Ну чего? Чего? Стержни попали ко мне, и это радует. А радуется падре нечасто. Реже, чем шел дождь в египетской пустыне, по которой странствовал Моисей. Но что-то я отвлекся. Работа сделана. Награду уже перечислил. Thank you.